Нагус и Мартин Продакшнс представляет. Великие тайны и мифы 20 века. Истории, которые пора узнать миру. Тайна озера Лохнесс. Лохнесс – самое большое пресноводное озеро Британии, выдолбленное ледниками много тысяч лет назад. Его длина – 23 мили, ширина – 1 миля. Глубина Лохнесса местами превышает 1000 футов. Озеро протянулось между Форт-Огастесом и Инвернессом в долине Грейт-Глен, причудливой линией пересекая живописное Нагорье на севере Шотландии. Тайны и легенды прячутся под руинами зубчатых башен замка Йоркхард, что на северном берегу озера. Нескончаемая игра света на воде. Но вода в Лохнессе холодна и мутна. На глубине 50 футов царит непроглядная тьма из-за торфяников, вымываемых из окрестных холмов. Даже прожектора мини-подводных лодок не в силах рассеять пелену мрака. Возможно, это идеальное логовище для отшельницы, крупной реликтовой рептилии. По преданию, в данные времена в озере обитали призраки и водяные кони, а в VI веке святой Коломбо нос к носу столкнулся с исполинским зверем и, как подобает святому, превратил его в деревянный ствол. В XVIII веке взрывные работы на военной дороге близ озера вспугнули двух огромных дремавших чудищ, а в XIX видели каких-то, судя по описанию, исполинских саламандр. Большинство местных жителей убеждено, нечто необычное плавает в водах Лохнесса. Две дороги идут вдоль озера. С юга – военная дорога генерала Уэйда, та, что строилась в XVIII веке, а на северном берегу – дорога, соединяющая Форт-Огастес с Инвернессом. В марте 1933 года владелец отеля Джон Маккей и его жена возвращались из Инвернесса вдоль северного берега озера. Внезапно миссис Маккей увидела огромное темное тело, то поднимающееся, то исчезающее в воде. Когда испуг прошел, она рассмотрела два черных горба, рассекающих поверхность озера. Внезапно они с сильным всплеском исчезли в глубине. В ноябре того же года Хью Грей сделал первую фотографию чудовища. 6 декабря фото появилось на первой странице газеты Daily Sketch. В ответ на это соперничающая со скетчем Daily Mail отправила охотника на крупного зверя Монтегю Уэтрелла, чтобы тот выследил зверя. Уэтрелл и его оператор обшарили берега Лохнесса. Бесстрашный охотник на львов нашел ряд странных следов. Рискуя своей репутацией, он поверил в их подлинность. В строжайшей секретности отпечаток был отправлен в Лондон. Мэйл разожгла страсти вокруг лохнесского чудовища, ставшего известным в народе как Несси. Но при ближайшем рассмотрении загадочные следы оказались отпечатками ног чучела гиппопотама. Охотник на крупного зверя дал маху.
Весной 1934 года была опубликована новая фотография, сделанная гинекологом Робертом Кеннетом Уилсоном. Ее окрестили фотографией медика. 21 апреля она появилась в Daily Mail. Одна из фотографий, сделанная Уилсоном, стала классическим изображением чудовища. Хотя Уилсон утверждал, что фотографировал не чудовище, а объект, движущийся по озеру. Ученые отнеслись к этому скептически. Тем не менее, многие поверили местному жителю, инспектору навигации Алексу Кэмпбеллу, который не раз встречался с Несси. Как-то давным-давно я взял с собой в лодку одного полицейского. Было время стрижки овец. И наш департамент работал с полицией рука об руку. Я взял этого парня, констебля Джона Фрейзера, самого приятнейшего человека из всех, кого я знал. Мы плыли не спеша к дальнему берегу, где была овечья ферма. На середине пути мы услышали оглушительный всплеск, а напомню, дело происходило ночью и было темно. Тут констебль Фрейзер, а он свидетель надежный, сказал: «Господи, что это?» «Не волнуйся», — ответил я, — «все нормально. Это и есть то самое существо». Мы прислушались к его дыханию. Вот так. Оно издавало такие звуки. Это было удивительно. Звук постепенно затихал, и существо исчезло. Я имею в виду, погрузилось в воду. Мы слышали эти звуки, потом опять наступила тишина. Это было прекрасно. Почти в то же самое время Ричард Синг также видел нечто необычное. Это было в августе 1934 года, когда мои родители, сестры и я остановились в гостинице Форт Агастес. Я брился и бросил взгляд на озеро. Было прекрасное утро. Ни ветерка. Озеро как зеркало, и там торчал черный бугор. По крайней мере, он выглядел черным при таком освещении. Длиной фута 3. Он на фут возвышался над водой и был на расстоянии около четверти мили. Я позвал остальных, и в то время, как мы на него смотрели, он вдруг начал удаляться в северном направлении со скоростью 15 миль в час. Мы замеряли, сели в машину и замерили. Мы следовали за ним вдоль озера почти 2 мили. Синг рассказал о других свидетелях. Там, около моста, который перекинут в Форт Агастесе, было несколько рабочих. Мы показали им на эту штуку, а они сказали, как о чем-то само собой разумеющемся: «Это чудище! Обычное явление!» Предположение, каково же в действительности это чудище, было в избытке. Но у большинства описаний имелось нечто общее, вероятно, подсказанное фотографией медика. Тонкая шея, змееподобная голова, горб и шершавая шкура. Так выглядело чудовище, полюбившееся как средством массовой информации, так и публике. Время от времени чудовище объявлялось и на суше. Теплым днем в июле 1933 года Спайсеры, супружеская чета из Лондона, ехали на машине по старой военной дороге. Внезапно впереди они увидели 30-футового зверя, вылезшего из-под леска и перекрывшего дорогу. Выглядел настоящим пугалом, так описал его мистер Спайпер. Вторая мировая война отодвинула Несси на задний план, что не помешало служащим Королевского наблюдательного корпуса сделать ряд наблюдений. Напыщенный итальянский дуче Бенито Муссолини заявил, что его бомбардировщики нанесли удар и убили чудовище. Но это пропагандистское измышление было не в силах деморализовать боевой дух британцев. В 50-е годы поток сообщений и фотографий вновь подстегнул интерес публики к тайне озера Лох-Несс. Излюбленным местом наблюдений стал замок Йоркхарт после того, как в июле 55-го банкир из Эршера Питер Макнаб сфотографировал там то, что выглядело как огромное темное существо, рассекающее гладь озера. В 1958 году телевидение BBC
взяла логово чудовища под свой прицел. На старом пароходе, бросившем якорь в бухте Йоркхарт, любимом месте обитания лохнесского чудовища, была размещена современная техника. Воду под пароходом зондировали с помощью эхолота. Полный энтузиазма Реймонд Бакстер собрал на палубе команду аквалангистов, снабдив их прожекторами и подводными камерами. Но Несси не вышла поиграть с аквалангистами BBC. Местный житель Лаклен Стюарт рассказывает о том, как ему удалось сфотографировать чудовище. В то утро я встал, как обычно, и увидел из окна какой-то предмет, как мне показалось, лодку, плывущую в направлении замка Йоркхарт. Продолжая следить за ней, через несколько секунд я увидел другую штуку, появившуюся вслед за первой. Именно тогда я и подумал, что должно быть это чудовище. А вы верили в него? Я не верил, но я схватил с буфета камеру, позвал приятеля, который был со мной, и пригласил его взглянуть. К тому времени чудовище пересекло озеро и направилось в нашу сторону. Так что я сразу поймал видоискатель «Три горба» и щелкнул. По существу, это случилось не очень далеко от того места, где мы сейчас находимся. Вон там, как раз напротив того берега. Мне кажется, оно заметило меня. Потому что с огромной скоростью стало удирать и нырнуло в глубину. BBC не удалось обнаружить чудовище, но эхолот, установленный на поплавке, нащупал нечто необычное. Представ перед новой камерой BBC, Бакстер детально рассказал об эхолоте, который разработан в помощь рыбакам для поиска косяков рыб и способен выявить даже мелкие отдельные объекты. Очень четкий сигнал был получен как раз тогда, когда корабль направлялся к месту стоянки. Техника, который занимался прибором, попросили расшифровать запись, но он не смог сказать точно, что бы это могло быть. Сигнал от объекта был зарегистрирован именно тогда, когда корабль BBC плыл от глубоких мест к отмели. След был более сильный, чем мы обычно получаем от рыб, которые здесь водятся. Так вот, я не могу ответить, что это на самом деле. По мере приближения корабля объект погружался вглубь. Одно из научных объяснений лохнесского феномена в том, что озеро дало приют размножившейся популяции плезиозавров, вида морских динозавров, вымерших 65 миллионов лет назад. Могли ли некоторые из них уцелеть, проникнув в озеро в конце ледникового периода? Рыба целокан считалась вымершей за 70 миллионов лет до того, как в 30-е годы было выловлено несколько ее экземпляров. Так почему бы плезиозаврам не жить в Лохнессе? Но было ли когда-нибудь озеро связано с морем? Как могли рептилии тропических морей приспособиться к здешним условиям? И достаточно ли рыбных запасов в озере, чтобы прокормить хищников из юрского периода? В 60-е годы комитет по изучению Лохнесса предпринял новую попытку разгадать его тайну. Оборудованные гидролокаторами суда бороздили озеро, над озером кружили самолеты, подводные лодки утюжили глубины. Тим Динсдейл, один из охотников, полностью посвятивший себя поискам Несси. В апреле 60-го он стал автором сенсации, сняв именно то, что, по его мнению, и было этим чудовищем. Объект, который он запечатлел своей кинокамерой, плыл по дальней стороне озера, оставляя зигзагообразный след. Динсдейл был уверен, над водой была только часть существа, которое он снимал. Если чудовище похоже на плезиозавра, то описание его внешности зависит от того, с какой точки смотрит на него оператор, и от положения самого существа в воде.
То, что увидел Тим Динсдейл, имело форму, которая больше всего напоминала перевернутую лодку, удалявшуюся от него к северному берегу. Иные описания чудовища могли быть сделаны в тот момент, когда оно было на других стадиях погружения. Если сравнить сотни свидетельских описаний Несси, то получится словесный портрет плезиозавра. На этом настаивают многие охотники за чудовищем. Один из них – Роберт Райнс, президент Бостонской американской академии прикладных наук. В начале 70-х Райнс взялся сфотографировать Несси под водой. Как и BBC, он выбрал залив Йоркхард. Здесь, летом 72-го, Райнс использовал две лодки, оборудованные системой стробоскопических камер, связанных со множеством локаторов. Локатор зарегистрирует присутствие чудовища и запустит камеру, а ее вспышка осветит Несси. Таков был результат. Объект, зафиксированный локатором и подводной камерой Райнса. После обработки компьютер выдал это изображение. Был ли это плавник лохнесского чудовища? Эксперты подсчитали, что длина его около 7 футов. Тремя годами позже Райнс получил еще две фотографии. Первая – голова чудовища, похожая на горгулью, водослив в готической архитектуре. Вторая – предположительно верхняя часть туловища, шея и голова. Но камера может обмануть, а зрение ввести в заблуждение. На расстоянии при определенных условиях бревно, обломок скалы или ствол дерева, дохлая лошадь или плывущий олень могут превратиться в чудовище. Не исключено, что это была выдра. Летним днем 33-го года спайсеры увидели перебегавшую дорогу выдру, а ее размеры формы были искажены зноем и маревом над гудронированным шоссе. Естествоиспытатель Питер Скотт показал, как легко возникает обман зрения, иллюзия чего-то странного, плывущего по озеру. От Несси до аквалангиста один простой шаг. На расстоянии мили небольшой катер, входя и выходя из залива, может создать след чудовища. В тихую погоду в кильваторе корабля образуется большое количество отдельных волн, расходящихся под углом к линии кильватора. Издали они могут казаться бугорками, рассекающими поверхностные волны. Скептики указывают на то, что свидетельство многих очевидцев горбатых существ, бороздящих гладь озера, возникли в результате наблюдений за деятельностью поверхностных волн. Некоторые известные фотографии Несси можно объяснить природными явлениями. Есть предположение, что на первом снимке Хью Грея запечатлена собака Лабрадор, барахтающаяся на отмеле. Забракована фотография Питера Макнаба. На ней зафиксирован след от только что прошедшего корабля. Подозрение в фальсификации нависло и над другими фотографиями чудовища. Франк Сёрл, лондонский зеленщик, переквалифицировавшийся в охотника за чудовищем, уверял, что в 70-х годах ловил Несси объективом не менее 8 раз. А вдруг эти фотографии, кстати, самые отчетливые из всех, не более чем муляжи динозавров, сфотографированные на фоне воды? А что с фотографией медика? Роберт Кеннет Уилсон всегда утверждал, что он не верит в Несси. В 94-м году его знаменитая фотография была разоблачена как подделка. Кристофер Спарлинг, соучастник мистификации Уилсона, рассказал, что Несси была сооружена из гибкого дерева и установлена на заводной игрушечной подводной лодке. Видимо, Уилсон позавидовал фотографиям, сделанным инспектором навигации. Улики были выброшены в озеро, они лежат где-то на глубине всего лишь 3 фута. Интересно, что Кристофер Спарлинг состоял в родстве с охотником на крупную дичь Монтегью Уэтреллом.
Киноматериалы в основном ставят вопросы, а не отвечают на них. Фильм Тима Динсдейла проанализирован группой по фоторазведке ВВС Великобритании, которая заявила: «Это живой объект». А кое-кто считает, что это небольшая моторная лодка местного фермера. В 1987 году начали использовать экспериментальный локатор DeepScan, который зондировал Лох-Несс с двойной целью, чтобы вспугнуть Несси и собрать информацию об уникальной экологии озера. Катера системы DeepScan развернутым строем протралили почти 80% озера. Руководитель работ Адриан Шайн, эксперт по Лох-Нессу, скептически относится к существованию самого знаменитого местного жителя. «Мы не рассчитываем обнаружить в озере рептилии юрского периода. Вот крупную рыбу — это возможно. Но для меня и это достаточно интересно». Сонары DeepScan'а обнаружили несколько крупных таинственных предметов, но так и не доказали факта существования Несси. Чудовище, как всегда, неуловимо. Находка, обнаруженная с помощью DeepScan'а, породила сомнения относительно фотографии, сделанной в 1975 году Робертом Райнсом в заливе Йоркхарт. Подводная камера была опущена в то же самое место. Глубина оказалась меньше, чем утверждал Райнс. Там, среди скользящих угрей, и обнаружили находку. Это сделанная Райнсом фотографии так называемой головы горгульи чудовища. А вот трухлявый пень, который имеет поразительное сходство с головой горгульей. Сообщения продолжают поступать до сих пор. В 1994 году канадская семейная пара отпускников заметила странный водоворот на поверхности озера Лох-Несс. «Что за черт? Посмотри, как быстро крутится вода!» «Да, удивительно!» «А вон плывет что-то!» На озере колдовство солнечного света и его спутницы тени всесильно. В таком зачарованном месте легко вызвать в воображении существо, плывущее чуть ниже поверхности. Лох-Несс по-прежнему крепко хранит свои тайны. Но охотники приезжают сюда, как и раньше. Широкомасштабные поиски и самая современная аппаратура не представили убедительных доказательств существования лохнесского чудовища. Так что напрасно подводники и водолазы воображают себя участниками научного открытия века. А вдруг реликт в возрасте 65 миллионов лет все же уцелел? Может, именно его видели и описали такие надежные свидетели, как нобелевский лауреат Ричард Синг, Питер Макнаб и Лаклен Стюарт. А как быть с кинофильмом, снятым Тимом Динсдейлом в 60-м году? Или все мы жертвы обмана бесхитростного врача-шутника Роберта Кеннета Уилсона? Гипотеза о плезиозавре порождает слишком много вопросов. Но, быть может, Несси – существо совсем иного рода. В 1932 году мисс Макдональд уверяла, что видела чудище, похожее на большого крокодила с короткой головой. Оно пробиралось по отмели к озеру.
Ее описание наводит на мысль о балтийском осетре, мигрирующей рыбе, которая может вырасти до гигантских размеров. В легендах этих мест часто упоминается странная рыба. Возможно, в глубине сумрачных вод Лох-Несса в самом деле важно плавает нечто очень большое и очень древнее. Композитор Де Вульф, монтаж Криспин Джулиан, автор сценария Робин Кросс, продюсеры Филипп Нагус и Джонатан Мартин. Фильм озвучен фирмой СВ-кадр на тонстудии Мосфильм по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1997 году.